Сегодня я в садике выступаю. Сегодня у нас демонстрация костюмов в садике, да? Алло. Пойдем. Он самый главный на дороге. Сколько ты часов провел за рулем машины? Как водитель? Ты орел? Нет, ты как мужчина. Встречаем водителя троллейбуса! Громкими, бурными, шумными аплодисментами! Отлично! Водитель троллейбуса, по машинам всех ручкой. И возвращайся. Сюда! Молодец! Ну, с таким водителем троллейбуса, и я бы с удовольствием прокатилась. Жаль, что у нас их нет. Ну что ж, мы пока еще ребята. Не умеем мы считать. Может, знаний маловато, но ведь можно помечтать. Я врачом, наверное, буду. Стану я лечить людей. Буду ездить я повсюду. Спасать больных детей. Скоро буду я военной. Или просто летчик аж, да, герой обыкновенный. Итак, наш кадет будущий. Ой, Ваня, плохо. Ваня тоже может быть громкий аплодисменты. Ребята очень волнованы. Молодец, Ваня. Готовились всю неделю для вас. Делать такой необычайный показ. Ну а мы говорим спасибо нашим родителям за наших прекрасных детишек детского сада номер 134. За ваше активное участие в нашем сегодняшнем счастливом выходном. А что ты хочешь посадить? Вот смотри, есть пшеница, есть, смотри, это овес, это ячмень, это клевер. Клевер, знаешь, как растет? Розовенький такой цветочек. Давай клевер посадим. А это вот подписали, напишешь, когда он у тебя взойдет, когда вот зелененькие появятся, ты подпишешь. Включаем тебе. У нас еще и милиционеры будут выращивать, да? ДПС. Все серьезно.
Времена спокойные прошли, нынче переполнены дороги. Мы свое призвание нашли, на посту мы бдительны и строги. Каждый день у всех мы на виду, чтобы был порядок на проспектах. Вовремя предотвратим беду и гордимся званием инспектор. ДПС на посту от рассвета до заката. ДПС – это воля, ум, закон и честь. ДПС служат здесь надежные ребята. ДПС – все это ДПС. Мы идем по правильной тропе, с жизненного курса не собьемся. Если вдруг случится ДТП, профессионально разберемся. Знают все водители, что нам ни аварий, ни погонь не надо. Служим мы в жару и в холода, нам порядок лучшая награда. Подписывайтесь на наш канал Лев Мэн. Ставьте лайки, пока-пока.